9 апреля 2015 года компания MTG, организатор выставки By Brand Expo, совместно с Российской ассоциацией франчайзинга и при поддержке ГБУ «Малый бизнес Москвы» провела в столице межрегиональный форум «Российский франчайзинг. Антикризисная перезагрузка». В программе форума в качестве спикеров приняли участие 40 владельцев и топ-менеджеров крупнейших франчайзинговых российских и международных сетей, таких сегментов, как ритейл, общественное питание, гостиничный бизнес, услуги и инновации, а также представители федеральных и московских властей. В церемонии открытия форума приняли участие председатель попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов, генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Александр Богза, основатель и руководитель известной российской компании 1С Борис Нуралиев, глава российской франчайзинговой сети «Баскин Робинс» Агнеса Осипова, Сергей Зайцев, президент ОАО «Росинтер Ресторанс Холдинг» и сопредседатель деловой России Антонов Данилов Данильян. Для участия в мероприятии в столицу приехали предприниматели и чиновники из Тюмени, Перми, Санкт-Петербурга, Самары, Томска, Башкортостана, Украины, Республики Беларусь и других регионов России и ближнего зарубежья. Неудивительно, что мероприятие вызвало столь большой интерес со стороны предпринимательского сообщества. Ведь последние 5 лет франчайзинг в России растет на 15-20% ежегодно. Если раньше в стране насчитывалось не более 400 концепций, то сейчас их более 1000. Даже сегодня, при общем снижении рентабельности бизнеса, в абсолютных цифрах франчайзинг демонстрирует положительную динамику. Работа форума шла отдельными блоками, посвященными самым важным и своевременным вопросам в сфере ритейла, общественного питания, а также гостиничного бизнеса. В течение дня состоялись также круглые столы по вопросам продвижения франчайзинга в регионах, критериев выбора надежной франчайзинговой концепции и многим другим. На различных площадках во время работы мероприятия выступили Юрий Бабич, директор департамента по франчайзингу YAM Restaurants International Russia, Сергей Амбросов, генеральный директор компании «Независимая лаборатория Invitro», Евгений Бутман, председатель совета директоров группы компаний Ideas for Retail, Эдуард Остроброд, вице-президент компании Sela, Алексей Шаталов, директор отдела развития Hilton Worldwide, Сергей Егоров, директор по развитию бизнеса Wyndham Hotel Group в России и СНГ, Геннадий Кочетков, вице-президент компании Subway Russia, Андрей Пантелеев, руководитель управления лицензирования и торговли Тюменской области, Дмитрий Евсеев, совладелец компании Killfish Discount Bar и многие другие. Подводя итоги мероприятия, Екатерина Саяк, генеральный директор компании MTG, главного организатора форума, выразила надежду, что прошедший форум отныне станет регулярным и положит начало традиционным весенним встречам франчайзингового сообщества. Я довольна результатом. Мне кажется, что у нас хорошо получилось. Мы провели 6 сессий, мы охватили практически все сегменты. Подобные мероприятия, они как раз и дают такую возможность где-то остановиться, посмотреть, что происходит у коллег, что-то где-то, может быть, подправить. Я думаю, что мы положили неплохое начало для, вот, наверное, каких-то таких весенних традиционных форумов. Организаторы и участники форума уверены, франчайзинг – самый перспективный путь развития малого и среднего бизнеса в России.